А теперь о более привычных для нас видах спорта. Руководство ДЮСШ «Олимп» приглашает жителей города активно проводить свободное время на базе «Снежинка». Однако напоминает, что необходимо соблюдать определенные правила пользования профессиональной лыжной трассой. Затрачивается довольно значительная сумма на ее содержание. Вот. И трасса должна быть всегда готовой. Поэтому на трассе запрещается кататься на всех видах транспорта собственных, которые есть. На санках, на ледянках, на самокатах, пешие прогулки также запрещены. На лыжах, на своих или на лыжах, скажем, нашей проката, пожалуйста, катайтесь, никто вам не возбраняет. Единственное ограничение в катании устанавливается во время проведения соревнований. Информацию о проведении соревнований можно уточнить на официальном сайте школы gub-olymp.ru. Напоминаем, что прокат лыж работает в выходные и праздничные дни с 10 утра до 6 вечера. Приобрести абонемент сегодня можно не только в здании ДЮСШ «Олимп», но и на самой базе «Снежинка».